Здравствуйте! Сегодня программа «Своими глазами» исключительно для женщин. Обсудим такую деликатную проблему, как правильный подбор бюстгальтера. Оказывается, большинство из нас всю жизнь носит неправильный размер. И существует целое направление – брафитинг, которое занимается подбором идеально сидящего на вас белья. Подробности через несколько секунд. Чем же брафитинг отличается от сервиса в обычных бельевых магазинах? Это первый вопрос, который возникает. Подробнее об этом поговорим с Валерией Косташ, брафитером, специалистом по индивидуальному подбору бюстгальтера. Начну с того, что брафитинг зародился в Европе. И это не просто дань моде, как можно было подумать. Это в первую очередь забота о женском здоровье. На самом деле последствия от неправильно подобранного бюстгальтера могут быть очень серьезными. Это нередко сутулость, мигрени. Это боли в шее, это деформация молочной железы и нарушение целостности кожных покровов. Особенно это касается женщин с большим бюстом. Но теперь, благодаря брафитингу, у представительниц прекрасной половины есть возможность сделать осознанный выбор в сторону не просто красивого комплекта. Процесс выбора бюстгальтера брафитер начинает с того, что снимает мерки, измеряет обхват под грудью, а также обхват по груди. Из последнего параметра вычитается первый, по полученной цифре определяется стартовый размер чашечки. Сейчас у нас получился размер 75 FF, и это размер только стартовый, поскольку настоящий размер мы сможем определить только после многократных примерок. Наталья, скажите, пожалуйста, какой размер вы носили до этого? До этого я носила 85 F. Также есть определенные критерии, по которым брафитер всегда ориентируется. Каркас, который должен уходить четко в середину подмышки, перемычка, которая находится на грудной клетке, бретель отходит от плеча ровно на 2 пальца. Ну и самое главное, пояс достаточно плотный и отходит от спины ровно на ребро ладони. Несмотря на то, что вы примерите множество вариантов бюстгальтеров, вы вряд ли устанете, потому что вы не только получите эстетическое удовольствие от комплектов, но и узнаете много полезной информации, а также еще сможете выбрать роскошный купальник к летнему сезону. Сейчас я могу сказать, что после очень удобно, грудь поддерживается хорошо, правильный пояс, осанка более прямая. И в завершение хочу составить небольшой чек-лист по критериям профессионального брафитинга. Первое. Брафитеры проходят специальное обучение по индивидуальному подбору бюстгальтера. Во-вторых, в салоне должна быть четко продуманная широкая ассортиментная матрица, где более 100 размеров. И в-третьих, брафитер обязан объяснить вам, почему один бюстгальтер сидит идеально, а другой нет. И только после этого вы поймете, что ваша красота и хорошее самочувствие в руках профессионалов. Спонсор программы – сеть магазинов нижнего белья «Брастайл» в торгово-развлекательном комплексе «Комсомол», второй этаж. Миссия салона «Брастайл» – помочь женщинам забыть о проблемах неправильно сидящего бюстгальтера, ликвидировать безграмотность в вопросах подбора белья.